Всем привет! Вы на канале Fox Tales, с вами Катерина. У нас сегодня новенькая кинематографичная интерактивная игра под названием Bloodshore. Что-то обещает нам очень интересное, потому что, судя по трейлеру, который я видела, там будет пиф-паф, ой-ой-ой, и остров, и убийство, и вот это все, что мы с тобой обязательно любим. Давай начнем новую игру, и там уже разберемся на месте. Предупреждение: в следующих сценах содержится контент, который некоторые... Короче, если ты раним душой, если у тебя вот это все от вспышечек, ты немножечко падаешь в обморок, не смотри. А если ты силен, храбр и ничего не боишься, начинаем. Кино. Прям как кино. Вы можете получить все. Все. Все, что ты захочешь. Если вы готовы на все. 50 участников поборются за главный приз. Один победитель. Вы готовы? Я приготовилась. Я вот все. Все, я готова убивать, выживать и деньги получать. Шоу начинается. Добро пожаловать на 13-й сезон Killstream. Шоу номер один на планете. Где 50 счастливчиков сразятся за шанс выиграть 10 миллионов долларов, войти в зал славы и получить все. Начинается 13-й сезон шоу Killstream. Его критиковали защитники прав человека за жестокость, за то, что игра отобрала жизни 210 из 400 участников. Авторы шоу заявляют, что все участники согласны с тем, на что идут. Они добровольцы. Они сами выбрали участие в шоу. Ну хватит, это отчаявшиеся люди, бедняги с промытыми мозгами, зачастую психически нестабильные. Но агент говорит, что это пойдет хорошо на карьеру. Любая реклама — это реклама. Многие утверждают, что корпорации злоупотребляют своим положением и используют обездоленных людей. И в значительной степени ответственны за жестокое общество. Юджин Кристоф, когда вы создавали шоу, вы поместили самых опасных заключенных на остров, чтобы они сражались насмерть. Победители первых нескольких сезонов стали самыми богатыми людьми в мире. Ну да. Справедливо ли это? Наверное, я бы лучше в смерти или слава. В последние несколько лет число участников конкурса увеличилось, в то время как экономика падала. Что мы можем поделать? Мы открыли шоу. Эти люди — побочный продукт общества, созданного вами. Некоторые скажут, что вы трус. Что ж, пусть скажут они мне это в лицо. Вы завалили заявками. Они были размолоты каблуками собаков, богатых и могущественных, которые теперь используют их для своих развлечений. Вы гребаный социалист. Ой, если бы вы знали, Крис, я подумал, что ты обвиняешь меня. Я единственный человек, который считает ваше шоу отвратительным. Вы когда-нибудь стреляли с пистолета? Ну, не задавайте глупых вопросов. Условия согласны. Что, блин, слишком быстро. С начала времен человек противостоит своим собратьям в бою. Конечно, но разве те варварские времена не остались в прошлом? Нет, я не уверен. Вы когда-нибудь убивали? На этом пока все. Выключай камеру, выключай. Это то, чего хотят люди. Они продолжают смотреть. Да быстро, это очень быстро. Привет, это Скарлетт. Итак, если вы еще не знаете, я на пути на остров. Не буду врать, я немного боюсь. А Скарлетт кто-то там, очень большая, очень много чего-то, у нее, наверное, фолловеров. Мама, не парься. Вот оно, друзья, реально не бывает. А Отто, фолловеров 403 тысячи, тоже до хрена. Следите за обновлениями в социальных сетях, делитесь с друзьями. Спасибо, что смотрите. Ник, 893 тысячи этих, вот этих последователей. Говорят, что лучшая тактика – это что-то там другое. Это помогает выжить в хаосе первых нескольких раундов. Хо-хо-хо! Это было быстро. Буковки, буковки, буковки скакали, а я так порой не успеваю за ними скакать. Я включила режим стримера. Сейчас я успокоюсь, погоди. Включила режим стримера, чтобы у нас с тобой было время на выбор. Потому что когда время ограничено, это тяжело. Я и так-то не успеваю думать, а тут еще надо выбирать быстро. Чего он спросил? Я забыла. Давай согласимся, дабы завести друзей.
Если это повысит мои шансы. Гав. Гав-гав. Алло. Привет, котенок Гав-гав. Не хотела бы я застрять там с этим засранцем. А Тиш. 40 тысяч. Да ты самая это низенькая из всех. Стримеры. В основном стрелялок. Пригодится. А как насчет вон того каннибала? Жизнь — это все или ничего, ясно? Вы знаете это, и мои ребята это знают. Вы только что потеряли половину своих подписчиков за несколько месяцев. Как это связано со случившимся? Дев, 168 подписчиков. Мы все это знаем, но теперь настало время, чтобы мир увидел. Я буду транслировать правду. Йоу, может, уберешь это от моего лица? Риф, какая-то девка с 2000 подписчиков. Все равно думаю, что это кучка педофилов. 212 тысяч подписчиков у Ари. Мы собрались, мажоры одни. Эй, а ты как сюда попал? А я тебе сейчас прям так и рассказала, ага. Получается... Сейчас градус снизим. Мы с тобой играем за мужчинку, который что-то сидит такой прям... С какой-то я компанией. Тут у меня, конечно, больше всех подписчиков, но я такой особенный, а вы такие не очень. Мы ответим уклончиво, потому что нехорошо раскрывать свои карты. Мы же против него будем играть. Зачем быть честными со своими врагами? Я здесь по тем же причинам, что и все. Ты издеваешься? Ты ник, мать его, Ромео. Подожди. Майки, Лиза? Кто? Ты не смотрел фильм про парней и волков? Тише. А ты? Меня зовут Гэв, влогер-экстремал. Ты же не один из этих идиотов, что бегают за карателями и торговцами оружия. Просто пытаюсь получить самый экстремальный контент. Экстремальнее, чем здесь, не будет. Говорят, что первые попадали на остров Джеффри Эпштейна. Вот мы и узнаем, так или иначе. Ари в деле, Ари ликует. Мы приближаемся к зоне высадки. Разойдитесь, уроды. Стой, мы еще не... Ему парашют забыли дать. А, минус один. Не забудьте втянуть шею. А, не в шею. Короче, он говорит, в шею втяните, а за веревочку потяните. Но вовремя, иначе вы там запутаетесь. Увидимся в аду, орет следующий, который отправляется вниз. Слишком много тестостерона, да, детка? Так ты будешь прыгать или будешь тупить? Лошара, давай прыгать. Что, мы тобой тупаны, что ли? Мы не тупаны. Что, головка закружилась? Он говорит, ну погнали. Очки, главное, надеть очки. Очки — это вещь. Это все. И они ушли. Наши первые участники уже в пути. Ой, мать твою, они поехали. Машка, главное, в глаза, чтобы не летело, поэтому очки нужны. Желтые очки, тем более, от всяких вот этих пчелок всех отталкивают. Дергайте парашюты, дебилушки! Как? Ты видела, она снимает на телефон. Там такая скорость ветра, что ее телефон, фух, улетел бы. Молодец, мой самый умный мужик. Бомжи даже смотрят, даже бомжи за нас болеют. Это круто. Дергайте, дергайте все, иначе помрете. Тут, с другой стороны, пим, лепешкой, ничего не почувствовал. А ты, Рики, а почему с тобой раньше не познакомились? Рики немногословный, у Рики 32 тысячи подписчиков. Писец! Да! Не, я не смеюсь, жалко чувака, но это быстрая смерть. Он сам на это пошел, что я могу поделать? Ему говорили, раньше дергай, раньше, никогда 2 метра над землей. Понимаешь, парашют же, он же не такой... Не моментально, он же там должен такой, сейчас, подожди, я раскроюсь, купол расправлю. А если 2 метра над землей, ну, естественно, не успеть, ты лепешка, надо, ты выпрыгнул, дергай. Уж пока парить, все будет хорошо. Отслеживайте состояние из меню паузы, нажав Escape Stop. Агась. Нажали Escape, все. Какое состояние паузы, непонятно. Наверное, там трекер надо было нажать, но я пока ничего нажимать не буду. Ну, красиво, мы на пляжах приземлились. А, это мы. Давай, приближай нас, спутник. Все за нами следят. Вы как? Слышь? Один выбыл, осталось 49. Мягкий песок. Ты видел? Это не вот это кровавое месиво. Ты серьезно? Нас ведь не дезинформируют. Мы ведь... Ой, может, ты... Блин, я не успеваю. 100 тысяч тебя смотрят. Слышал, что финал прошлого сезона собрал более 100 миллионов просмотров в одно время. Не переживай, малыш. Я позабочусь о том, чтобы весь мир будет смотреть, когда тебя прибьют. Мило. Я что хотел сказать. Очень хорошо мужичок сохранился, приземлившись на песочек. Видать, песочек очень мягонький, потому что в другом случае там пятнище было бы кровавое. Скарлетт.
Нахрен ты это делаешь? Он же умер. Пусть он сейчас уходит на тот свет. Там его Харон заждался. Прекращай, нехорошо. Он же мертвый. Глянь, сколько людей смотрят. Это первая смерть сезона. Мне не нравится, что она делает. Это нехорошо так с покойниками обращаться. Ты серьезно? Пойдем в лагерь. Да, Ник прав. Нам надо идти. Ой, типа, больше не будет. А где мы? Они пошли. В принципе, можно было у мужичка мертвого взять рюкзачок, потому что там может что-то полезное быть. Смотрите внимательно, мы в эфире. Вот они, Killstream 13. Мы снова начинаем. Я буду вести живой стрим 24/7. Она хреново говорила по-русски. Оставайтесь со мной, ждите живую реакцию. Я бы сроду такое шоу не смотрела. Девочки-геймеры, влогеры-экстремалы, психопаты и парни-волки. У нас для вас в запасе целый сезон Killstream. Мы будем общаться со зрителями и интересоваться вашим мнением об участниках. Наш горячий фаворит Ник Ромео. Что он за фрукт? Не уверен, что он командный игрок. Получится ли у него? Шоу еще не началось, друзья. Наши участники проведут ночь на острове, прежде чем игра начнется. Поэтому берите напитки, устраивайтесь поудобней, потому что обратный отсчет начинается прямо сейчас. Говоришь, тетка какая классная, я там был. Серьезно? Да гонишь ты? Ага, конечно. Был он во снах своих. Короче, что хочу сказать, одеты они как-то странно. Ну, то есть, когда ты в вылазку в лес, ты одеваешься, ого-го, Отто, мы уже близко? Серьезно, что это? Это не тот остров. Он каждый раз разный. Да, но это обычные теплые песчаные пляжи. Что это? Внимательно смотрите, куда становитесь. Они повсюду. Что? Да это мина, это же весело! Пью! Бум! Будешь подпрыгивать, смеешься. Это умные мины. Их используют, чтобы заставить игроков... так игра становится интересней. Их тут, наверное, сотни тысяч. Теперь понятно, почему они не смогли отправить нас на Багамы. Они бюджет использовали на взрывчатку. Мы все здесь ради просмотров. Мой агент узнает об этом. Да кого это волнует? Мы не приехали отдыхать. Вы ж помирать приехали. На мине тоже быстро умереть можно. Тоже хорошо. Везде, везде камеры, везде все, все снимают, даже белочек. Это что такое? Где пляжный домик? Ты, похоже, не догоняешь, да? Ой, ну хватит. Ой, да тут не так уж и плохо, гребаный рай. Попробуй провести 6 недель в лесу без ничего, без жилья, кроме того, что ты обудешь сам. О, господи, ну скажите, наконец, что тут есть еда. Я думал, что это будет 4 недели на Амазонке. Это что такое? Медведь? Здесь нет медведей. Ты даже не знаешь, где здесь. Судя по листве, ты не представляешь, как мне плевать. Человек-выживальщик, наверное, это просто птица. Давай, проверь тогда. Ага. Иди-ка сама проверяй. Не буду я мешать. А вдруг там правда медведь с медведихой? Давай, чувак. Да я не пойду проверять. Привет, уроды. Ай. Вы где пропадали? Хотите присоединиться? Нету медведя. Накололи. Ну, он практически как медведь, но уже с биром. Биром, да? Правильно? Как это пиво называется? Еще пиво? Не, мне хватит. Нет, мне тоже хватит. Надо на трезвую голову выживать. Пьяным будешь, ты не выживешь. Ты будешь веселый, но мертвый. Эй, Ник! Ты-то что тут делаешь? У тебя все должно было быть хорошо после съемок фильмов. Разве не так? Шутишь, он годами не работал. Студия кинула его. Не надо. Меня не поймаешь. Ты что, не думаешь, я на такое поведусь? Ты что, пишешь мою биографию? Да прости, чувак. Об этом писали в ТМЗ. Сбор в 9 утра. Нужно немного поспать. Получается, мы должны слушаться их? Это общее правило, да. А что мешает нам поубивать друг друга сегодня ночью? Пиво. Дисквалификация. Нужно дождаться трансляции. Ой, у них везде глаза.
Может быть, стоит объединиться на ранних этапах, следить друг за другом на самой сумасшедшей части, а что потом? Если останемся живы, потом разберемся, думаю. Я отключаюсь на ночь. Ты же не знаешь, что они думают о ранних пташках? Или знаешь? Ну, я за... В смысле, объединиться. Еще бы. Это не для меня. Я не играю в командные игры. Так. Объединяться. Ну, с одной стороны, на начальном этапе это неплохо, но если объединяться, то только с тем, кого ты более-менее знаешь, потому что ты можешь объединиться с каким-нибудь мудаком, а? И он тебя подставит в самый неподходящий момент. Поэтому, наверное, сначала, как бы я повела, я же буду за себя играть, я бы все-таки держалась немного особняком. Я в теле мужчины, поэтому я принимаю решение. Я забываю об этом и держусь особняком. Парень же сдался, да? Что? Ни за что. Победа будет за мной. Без шансов. Что, ты думаешь, что выиграешь? Да. Почему не я? Ребят, вы же не серьезно. Они вас всех облапошили. Чего? Это игровая площадка. О чем вообще речь, Падди Повер? Это обман для телека. В Бога больше никто не верит. Это новая церковь. Опиум для народа. Алан Корп управляет русским. Мы русские повсюду. Или иллюминаторы. Точно, гребаные иллюминаторы. Кучка гребаных белых стариков, придумывающих правила. Просто посмотрите на это место. В смысле? Это похоже на чертов остров какой-то там. Ага. А создатель Киллстрима? Разве не черный? Да. И где он теперь? У тебя паранойя. И сотни других групп. Гребаный конспиролог. Обвиняет меня в паранойи. Меня? Фейковые новости, детка. Иди-ка в жопку. А ты что скажешь, принцесса? Отвали. Ой, ну хватит. Это лучше, чем последнее желание. Ну, советую быть начеку даже во сне. Особенно с этим Ганнибалом. Вы же знаете эту историю, да? Что? Он ведет блог про выживание. Он 4 недели провел в дельте Амазонки с членом королевской семьи. У них возникли трудности, они отстали от группы поддержки. Дева нашли живым и невредимым. Хотя он должен был умереть с голоду, несомненно. Что? Но его партнеры так и не нашли. Нет. Ты сейчас прикалываешься. Нет, так и было. А он стал весить на 3 килограмма больше. Шутки про мертвых пошли. Надеюсь, ты голоден. Все смеются. Что-то там показали. А если в пиве отрава была? Первую ночь у нас уже появился робкий альянс в лагере парня-волка. Но сможет ли Ник Ромео что-то там сделать? Что ж, посмотрим. Да оставь ты это, а. Результаты голосования уже известны. Жюри также голосует за Ник Ромео. Что вы думаете? Он не врет, пока у него все получается. Но если он хочет пойти далеко, то ему надо поработать над игрой. Сможет ли он? Посмотрим. Так, костер не тушит, у тебя слишком маленькая струя, ну отойди. Докладываю, я на острове, расположение неизвестно. Принято. Вы знали об этом? Расположение было изменено в последний момент. Мы ничего не могли сделать до вашего выхода на связь. А теперь известно, где я? Сейчас мы не можем отследить ваши координаты. GPS на вашем устройстве заблокирован. Отлично. Когда меня вытащат, у вас хотя бы есть план, как меня вытащить отсюда? Первый приоритет. Выполните миссию. К черту! К черту! Я тут рискую своей красивой задницей. Завершите задание, и вы будете в безопасности. В безопасности? Вы даже не знаете, где я. Мне нужно доказательство того, что вы сможете мне помочь. Найдите коммуникационную башню. Когда вы оставите груз, мы сможем вас найти. Помните, никому нельзя доверять. О, черт. Контрабандист какие-то. Потрудишься объяснить? Ага, сейчас прям пошутим вначале.
Я сама не понимаю, ей что-то объяснить надо. Я сама не вдупляю. Итак, я бы сказал, что я здесь пытаюсь кого-то убить. Что-то он такое сказал. Мы какую-то посылку должны оставить на острове. Возможно, там вот то, что нельзя называть, или другое, что нельзя называть, или вообще какие-нибудь пончики. Может быть. Мы в приоритете у зрителей, мы самые красивые. Это что? Оно было здесь, когда мы проснулись. Это для трансляции. Может открыть? Нет, не надо. Почему? Давай тогда ты. Ну давай откроем, уж явно не бомбанет. Открываем. Давай, залезай, сынок. Куда залезать-то? 30 минут до эфира. Пора принарядиться. Ага, иди в свою палатку. Попробуй там нарядиться в такой-то палатке. Подождите, а где остальные? А где остальные, спросишь ты меня? Я понятия не имею. Что за мужики пошли? Что за желание оголиться-то на весь экран? Нет! Нет, нельзя тут такие причиндалы свои показывать, звук воды. Кто у нас пропал? Дева нет. Отлично. Он тот еще засранец. Баба темненькая пропала. Этого тоже. Как дела? Я думал, ты с Девом ушел. И Ри. Что, Ри тоже? Жаль, она милая. Точно, темненькая ушла. Собрался куда-то. Да, хотела осмотреться вокруг. Узнать местность перед началом игры. Ты этим занимался, War of Duty? Что? Что? Да нет. Он кемпер. Что это значит? Он трус. Садится в засаде и ждет других игроков, чтобы избавиться от них. И что в этом плохого? Мне кажется, что это неплохая идея. Что за чушь? Я так не делаю. Ладно, я пойду разведаю местность. Иди, иди, разведай. Он тоже сидит, смотрит, и я сижу, смотрю. Дроны повсюду летают. У нас, значит, получилось, объединили темненько. А мы вернемся сразу после короткой рекламы. Наложение. Короче, рекламу никто не смотрит, на них все болтают. У нас ушла темненькая девочка и ушел тот, который как выживальщик, да, получается? Ладно, минус два. Ну, баб-то мы быстро ухандокаем. А вот с мужиками будет тяжело, дамы и господа. Прошу вашего внимания, пожалуйста. Шоу начнется через... Вот ты вернулся? Не похоже. 9, 8. Ой, да, я его помню, было неожиданно. Точно, я думала, что победит тот с повязкой на глазу. Кореец? Не, его звали Санву. А, точно, классика. 1. Ой, начинается. Доброе утро, островитяне. Давайте сразу к делу. Вы знаете, почему вы здесь? 50 участников поделены на 6 групп. По всему острову ваша задача выжить. Чего бы это ни стоило. И чтобы помочь вам, мы будем сбрасывать вам ящики с оружием, экипировкой и другими плюшками. И на случай, если вы вдруг передумаете, мы обнесли остров умными минами. Так что не думайте уплыть домой в ближайшее время. Очень смешно. И каждый раз, когда вы слышите этот звук, будет означать, что активирован еще один набор мин вокруг острова, поэтому вам лучше оставаться на нем, если хотите дальше продолжать танцевать фокстрот. У нас необычный набор любителей славы, хладнокровных психов и других чокнутых. Но в память о первом сезоне Killstream мы возвращаем камеру смертников. Серьезно? Которые будут бороться наряду с нашими любимыми недознаменитостями. Без обид. А теперь к серьезным новостям. В этот раз все будет немного иначе. В этом году мы не даем возможности сдаться. Баба предохренела. Ни хрена себе, какого хрена? Совершенно верно, только пан. Или пропал. Спасения не будет, тактическая сдача невозможна. В этом году вы отдадитесь полностью. Скоро мы пришлем вам первое оружие. Не очень далеко от того места, где вы сейчас, так что торопитесь. Вас уже смотрит половина планеты, вы уже звезды. А теперь вперед, делайте шоу. Ублюдки. Они не могут так поступить со мной. Я подписывала контракт. А ты его читала, милочка? Я его читал. И их он не обязывал ни к чему. Да пошел ты.
Я звоню своему агенту. Где ты связь-то возьмешь? Горемыка-то накрашенная. Короче, как я поняла, наша группа и плюс еще несколько групп, всего 50 человек на разных концах острова. Я сейчас в голове укладываю, чтобы понимать, как выживать. На разных концах острова я один должен победителем остаться. То есть плевать вот на этих и плевать на всех тех. Всех надо ухандокать. И вот так вот, алло, алло, я в домике, умеешь в домике вот делать? Это не работает, тоже не работает. Либо пуля в лоб, либо все, либо ты, либо тебя. Выживать только так. Бабы приехали за славой хайпануть, а тут Натя, здрасте, говорит, девочка миленькая, все будет по-настоящему, плакать ты будешь горючими кровавыми слезами, потому что, судя по ней, она даже не поймет, с какой стороны смотреть на оружие и взять его, и не сможет отличить вот это от того-то. Короче, давайте попытаемся вдохновить команду. Ну, я не то, чтобы хочу стать лидером. Меня нафиг не сдались. Я же должна одна выжить. Потому что она даже мне нож в спину может воткнуть. Но поддержать людей в трудную минуту надо всегда. Даже если тебе не очень нравится. Ну, добро надо нести в массы. Так, ребят, ну хватит. Мы должны держаться вместе. Они именно этого хотят. Паники. Давай, не... Вы чё? Ребят, вы все знали, на что шли. Если бы ваши жизни были супер, вы бы не попали сюда. Я все понимаю. Вы напуганы. Мы все напуганы. Но это величайшая возможность, которая у вас была. Да, риски велики. Просто представьте, если вы победите, вы обеспечите себя до конца жизни. Сарказм. Табличку мне подайте. Ой, что за неудачник? Почему люди не любят таких добреньких, как я? Эх, к черту. Будем отыгрывать роль ублюдка. Пойдем собирать оружие. Не, ну зато они, смотри, приободрились. А что, нет разве? А, Ник Ромео становится фаворитом в этом противостоянии. Как вы думаете? Парни-волки навсегда, детка? Парни-волки, это круто. Я как бы хочу поднять боевой дух людям, потому что им все равно умирать. Ну пусть хоть перед смертью они будут в спокойствии и в радости. Они этого не хотят. Ну не хотите, тогда будьте в панике, я вам помогать не буду. Эй, как Тиш говорила, это называется кемпинг? Нам так и надо действовать. Засядем на дно и будем смотреть по ситуации. Знаешь что, лучше посмотри на карту. Мы идем за оружием. Почему я с ней пошла? Я бы не хотела с ней идти. А, похоже, мы уже пришли. На что он похож? Уверен, что когда мы его увидим, мы поймем. Под ноги, смотри, во, ящик нашелся. Там может быть ловушка, вот так наступаешь, пьюх, к дереву поднимают. Надо аккуратнее быть, бабу вперед пускай. Не открывай, не надо, подожди. Клево. Женщина, сейчас будем учить тебя стрелять. Хотя зачем ее учить? Можно взять два автомата и самим ходить. Отлично. Это что у нас? Я не знаю, как это называется. Назову очень красивая пушечка. Отлично, хорошо. А что, разница была? Ты заметил разницу? Левый, правый. Я не люблю левую руку. Отдам оружие оттуда. Так, они у нас далеко уже не новые. Но эти подойдут. Будем пользоваться, если не будет других вариантов. Неплохо. А вдруг я ей дала хреновое заклинившее или себе оставила? Господи, как это работает? Черт побери, я же вздрогнула. Ты нас выдашь. Ой, прости. Вот так вот направь дулом на себя и носи. Что? Кажется, я что-то слышал. Может быть, нам стоит вернуться назад? Логичный человек, когда слышит что-то подозрительное, он туда не идет. Но я не совсем логичный человек, я не могу. Если мне что-то вот запрещают или говорят, вот там вот что-то опасность, ты туда не ходи. Я, наверное, пойду посмотрю. Ну потому что, блин, ну интересно, а вдруг там что-нибудь хорошее? Пойдем исследовать, моя исследовательская душа хочет вперед. Тем более стрелять я умею. Ты же умеешь стрелять? Я даже умею стрелять. Не стреляйте! Я без оружия. Ты сейчас без оружия. Где твоя группа? Я один. Я не туда приземлился. Пробыл тут всю ночь. Пристрелим его? Я тут, сучка! Что ты сказал?
Стреляй, баб, стреляй. Серьезно, чувак, зачем тебе это? Блин, подожди, ну... Я что, должна убить его? Ну, как бы здравый смысл говорит, надо убивать, потому что ты пришел на остров выживать. Но я не могу, блин, я ж не... Если бы он на меня, понимаешь, если бы он на меня кинулся с ножом, с оружием, я бы, конечно, была бы вынуждена застрелить его, потому что своя шкура ближе к сердцу, когда она бьется. Но он безоружный, говорит, стоп. Я не могу застрелить безоружного. Мне тут естество все против меня. Я попрошу присоединиться. Ну не могу я, ну не могу. Он может, нам он может присоединиться к нам. Мы уже нескольких потеряли. Как ему можно доверять? Как можно здесь вообще кому-то доверять? У всех одна цепь. Это похоже на план. Извини за то, что я говорил. Ты угрожала меня убить. Как тебя зовут? Саймон? Угу. Что-то врет. Что стряслось? Мы слышали выстрелы. Это... Что-то там было. Ты-то еще кто? Это Саймон. Еще один противник. Что-то нашел. Похоже, что нашу посылку нашу кто-то уже нашел. Эй, а я тебя знаю. Да. Он один из смертников. Взорвал стадион НФЛ 130. Да к черту, меня тошнит от себя. Я ставил деньги на эту игру. Воу-воу, полегче. Опять же. Если он из смертников и убил кучу людей, что если этот узнал, я думаю, он действительно узнал, значит, это очень серьезный противник. Я уже рассматриваю не с той позиции, что он мразь, тварь, людей поубивал, надо его расстрелять. Нет. Я с той позиции, что, возможно, он сможет ударить меня в спину, и он опасный. С того... Он преступник, он сидел, он участвовал в играх, получается, когда-то, и он опасный. А я не хочу рядом с собой опасности. Был бы он обычный человек, я бы защитила. Сейчас я немножко абстрагируюсь. Я вот когда могла, я спасала. Сейчас бы я, наверное, промолчала. Пусть сами разбираются. Не я стреляю, заметь, не я стреляю, я просто отойду. Да. Не стреляй, дура, не стреляй! Не стреляй, она не сможет. Блядь! Черт! О, ты видел? Блин! Я даже ничего не понял. Он мертв? Охренеть! Ты видел? Надо было его сразу убить. А я говорю, вот. Вот когда руки были пусты, мне казалось, что он безопасный. Он с пистолетом, тварь такая. Я плохо чувствую людей, блин. Я так испугалась выстрела. Этот парень мертв. Большая новость, ребята. Это дерьмо настоящее. Ты чертовски прав. Я, как все. Я попробую. Может быть, я даже выиграю эту гребаную игру. Кто знает? Ари, все. Ник забыл, зачем мы здесь. Это лайвстрим, дружище. СМХМХ. Глаза моргнуть не успели, как нас уже 30. Становится все интереснее. Короче, дальше. Вот так сделаю. Блин, как понять, кто... Все здесь враги. Ну, я не могу всех убивать. Я вообще бы никогда бы не пошла на такой остров. Все мое естество восстает против. Я не могу. Я не за то, чтобы прям, ну, добренькая такая людей не убивать. Нет. Ну, как-то... Как-то даже в этой игре я просто ставлю себя на место главного героя, переношу свои мысли на него. Я бы не смогла бы убить. А получается, я бы это, ну, неправильно поступила. Надо было его вальнуть. Но он, в принципе, все равно мертв. Какая разница? Мои муки совести чисты. Я не убила? Не убила. А он, тварь такой, наврал мне. Вообще обманул меня. Скотин такой пистолет за пазухой припрятал. Молодец, девка. Ты-ты-ты. Застрелили, короче, вот так ему и надо, плохому человеку. Буду ли я дальше поступать по-добренькому, я не знаю.
Может, я буду злая. Сейчас соберусь с мыслями и буду злая. Но это уже будет в следующей серии. А на этом давай остановимся. Продолжим в следующей серии. Мне очень нравится. Ой, прям как фильм смотришь. Прикольно. Плюс еще выбираешь за персонажика. Почему мужика дали? Непонятно. Хотелось бы девушку. Ну ладно. Не суть важно. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Пишите комментарии. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. До встречи в следующей серии. Всем пока-пока.